Казанском федеральном университете проходит модельный судебный процесс «Всероссийские судебные дебаты». Целью мероприятия является развитие и выявление у студентов знаний и практических навыков, используемых в профессиональной деятельности. Участниками мероприятия являются студенты юридических факультетов 60 вузов России и ближнего зарубежья. Гостями стали представители судебных структур, правоохранительных органов, адвокатуры и бизнес-сферы. В частности, с приветственным словом выступил председатель Татарстанского отделения Ассоциации юристов России Ильдар Халиков. Дебаты проводятся по четырем секциям. Гражданское судопроизводство в арбитражных судах, уголовное судопроизводство, гражданское судопроизводство в судах общей юрисдикции и конституционное судопроизводство. Также в рамках мероприятия состоялись мастер-классы по юридической профессии. Всероссийские судебные дебаты продлятся до 21 апреля. Артем Тупичкин, Дмитрий Варламов, Универньюз.